Как вы знаете, мы спасли недавно новорожденных щенков. У нас уже отскочила пуповинка. Тут наша Белла включила свою маму. Ну вот, нам сегодня 5 дней. Мы растем, кушаем, пьем, писаем, какаем. В общем, все как у всех. Один щеночек, к сожалению, не выжил. Мальчик ушел на радугу. Вот наша Белочка. Видите, да, включила маму, очень хорошо нам помогает, выхаживает щеночков. Она была когда-то мамой, сейчас она стерилизованная, наша Изабелла. Вот, и большое Белочке спасибо. Хочу рассказать очень удивительную историю. Вчера и щеночков я на денек оставляла своей знакомой девочке Виолетте, спасибо ей огромное, конечно. Плохо кушали очень, капризничали, и полтретьего ночи они... Мне их привезли, как я приехала из Москвы. Они понюхали мои ручки, наелись от пуза и уснули. Вот, казалось бы, совсем маленькие детки, да, которым всего 5 суток, но уже принимают меня как свою маму. Была очень удивлена, очень, конечно, приятно, и переживала тоже, волновалась за них. Много расходуется очень материала, молока, пеленок, но растем. Вопреки всему, в четверг нам будет уже неделька. Давай, 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 скорей, 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 скорей. Ой, ой. Ну, то есть, вот такие детки, потом мы уже подрастем, когда. Хотелось бы, конечно, может кто-то откликнется на канале, может кто-то захочет подарить малышам дома семью, потому что мамка у них, говорю, сразу небольшая. Она на коротких, на низеньких лапочках, такая миниатюрная мама у них. Может быть, захочет себе такую маленькую красоту. Уже сейчас кто-нибудь приглядит. Может, кто-то подарит малышам. Все-таки мы спасли их от мучительной смерти. От холода. Может, кто-то захочет себе маленького друга из приюта. Будем очень рады. Готова буду привезти куда угодно. Я ради своих зайков поеду. И день, и ночь, и куда надо. Добрый день. Сансара, мы назвали ее Сансара, да, переименовали Сьюзи. Ману у нас майская роза, то есть ей сейчас 10 месяцев. Значит, с конца октября она живет с нами. про остальных питомцев что сказать? У нас рыжий кот, которому там 8 лет уже, Тимофей, и маленькая кошечка, еще котенок Кира. Прибилась к нам зимой, мы ее пустили дома, живем в частном доме. Причем Кира копия Сансары по окраске и, в принципе, по возрасту. То есть у них прям одинаковые грудки беленькие. В общем, бегают, друг друга развлекают. Сара, Сансара, привет, 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 привет. Ой, ты моя сладкая, ты моя сладкая. Кто здесь? Кто здесь? Кто здесь? Сансара. Собака-орнитолог наблюдает за всеми воронами, голубями на деревьях, на крышах, на асфальте, который прыгает. Охота на голубей. Медленно, долго красться. Так медленно и так долго, что они уже тебя замечают и сами улетают. Пойдем, нам еще улыбнется удача. Лови! Лови голубей! Привет! Меня зовут Лиза, а рядом со мной Сансара. И 20 октября 2020 года в нашей семье исполнилась большая мечта. Мы взяли собаку, мы взяли Сару из приюта. На тот момент ей было 6 месяцев, ну, сейчас ей уже 10, да, но уже почти не щенок, очень ласковая и добрая собака. Я помню, когда позвонила в приют к Наталье и сказала: знаете, мы ищем друга. И мне стали задавать вопросы, а какой вы хотите породы, какого цвета, размера. Я помню, даже немножко растерялась, говорю: вы знаете, нам все равно, мы ищем друга. Главное, чтобы была собака ласковая, семейная, у нас маленький ребенок. И нам предложили Сансару, прислали несколько видео, фотографий. Поскольку приют был далеко, в Тульской области, у нас не было возможности ехать, поэтому мы познакомились с Сарой заочно. И чуть позже уже увидели ее и забрали. Забрали навсегда. Не бойтесь брать собак из приюта. Они самые ласковые, самые верные друзья. И помните, что собака — это не элемент интерьера, это не повод похвастаться редкой породой перед соседями. Это ваш друг, друг семьи, член семьи. Желаю всем найти своего щеночка, свою собаку и взять ее из приюта. Всем пока! Сара, Сансара. Сейчас, сынок. Сара. Сара, ты моя сладкая. Ох, какая ты прыгучая.